года. Вопрос 867. Псалтирь, 89 глава, 3 стих. «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». Под словом «вселенная» подразумевается мир, где мы живем, или это космос? Вселенная, что понимать под этим словом? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ваш вопрос предполагает два варианта, и в обеих случаях будет прославление Создателя. Мы с трудом понимаем обыкновенное на бытовом уровне значение слов, тем более в переводе с другого языка. Значит, настаивать нельзя ни на том, ни на другом. Но предпочтительнее понимать, что речь идет о космосе, потому что впереди стоит слово «земля» совершенно отдельным. «Пойду поучиться в природе, посижу у трудяги пчелы, почитаемой в каждом народе, эту пользу мы с детства учли». Муравьиная старая куча на маршруте моем постоянно. Монастырский устав здесь, нет пучей, нет прогульщиков, лодырей, пьяных. Мой урок у нахальных сорок. Это сторож в лесу часовой, все на дальнюю пользу и впрок. Узнавать, кто чужой, а кто свой. Дятел лечит дятел в лесу древесину, нос сует, добывая питание. Белка в дупло спешит консервировать зиму. Все прекрасно в его мироздании, в каждом дереве, в каждой травинке, исцеляющий запах и свойства. Заучу, расскажу без запинки, почему волк не давится костью. В этот день до реки не дойти, там пороги дают нам уроки, мне экзамен сдавать у тайги, на снегу расшифровывать строки. Мой дневник без отметок пока, свой билет рассмотрю чуть позднее, где не понял, намнут мне бока. Так что губы от страха синеют, моя сессия там, за чертой. Что я понял в писании, в природе? В первом классе с седой бородой или пугалом на огороде в эту школу отец нас послал. Все потрогать, поесть и понюхать, для души собирать капитал на пятерку по зрению и слуху. 3 июня 2002 года. Игнатий Лапкин.